привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. И сегодня, ребятки, у нас будут подробности, да, так сказать, обновы, которая вышла, вот 4.41, тут написали ее, правда, не перевели. Написали, что вот здесь вот где-то можно почитать, если нажать вот сюда, вот, но там все на английском, поэтому для вас, так сказать, перевел. Расскажу, покажу, объясню. Ну, если вкратце, то что же, лучшую игру в мире смогли убить разработчики игры Зуба в очередной раз, как говорится. Пробивают новое дно, ну вы сейчас поймете, о чем я говорю, там такая дичь прям, а самое интересное, это то, как они оправдывают эту дичь, что они наделали, это просто жесть. Ну, скоро вы все это услышите и узнаете. Это, ребята, небольшая вставка, обязательная, потому что, обязательно посмотрите второе видео, там будет совершенно другая дичь, чем в этом видео. Так говорится, вся правда будет раскрыта в следующем видео. На чем мы с пчелой Сьюзи? Этой подруги разработчики решили сделать, так сказать, небольшие изменения. Небольшие. Блин, видите турелька, да? Вот основные изменения будут с ней. А теперь давайте же вам прочитаю, что там писали разработчики. Просто их оправдание. Такая ржака. Турель Сьюзи слишком сильна. Опа-на! Вот это поворот. Настолько, что это отвлекает от основного игрового процесса Сьюзи. Основной игровой процесс, проверяйте. Нажимать кнопочки... Ого, основной игровой процесс, ого, как слово, ого! Поэтому мы хотели бы сбалансировать ее таким образом, чтобы она по-прежнему позволяла играть в снайперском режиме. Снайперский режим на Сьюзи, проверяйте. Но при этом обеспечивала более четкий компромисс между простым стоянием ближе к ее турели. Мозг. Короче, что если вкратце? Да, вот по этому описанию. Они как бы такие намекают, что турель что-то слишком хороша, мы ее унизим. И Сьюзи тоже унизим, потому что обошли вы, да? Какой-то из разрабов, видимо, поиграл 5 минут в игру, задушился от Сьюзи, и все, надо унижать Сьюзи. Видимо, так это у них работает. Ну что же, ребятки, теперь переходим к изменениям. 4 параметра турели были ухудшены. Активного навыка, если правильно говорить. Длительность турели, то есть это ее время нахождения, так сказать, в бою. Да, вы ее поставили, она стоит. Уменьшена на 40%. Норм? Норм. Причем, опять же, вы видите, да, на экране, где видите? Видите параметр длительности? Я не вижу, а он есть. Проверяйте. Ах, гениальность. То есть, турель стоит почти в два раза меньше. Ну ладно, на 40%, но это будет ощущаться как в два раза меньше. Дальше. Базовая дальность действия турели уменьшена на 30%. Дальность действия турели. Это радиус, которым она стреляет. На 30%. Это прилично. Урон турели уменьшен на 50%. Это вот как раз в два раза. Да, вы скажете, в два раза это 200%, да? Ну, как-то не то. Но нет, ребятки. То есть у нее урон условно 200 был, да? Или 100. 100 вроде был. Или даже 50 был. А стал 50. То есть был 100, стал 50. Ну как, это не в два раза, что ли? В два раза. Ну, 50% написано. Хотя по логике должны 50% по-другому считаться. Ну ладно, неважно. Урон турели уменьшен, да? Скорострельность турели снижена на 60%. То есть она пулькает теперь раз там несколько секунд. И то не факт, что так хорошо она будет пулькать. Ну просто жесть. Просто жесть. То есть словно раньше была перезарядка там 1 секунда, а теперь будет там 2,5 какие-нибудь. Дальше, это еще не все. А вы думали, да, это еще к Сьюзи все относится. Пассивный навык. Время восстановления бомбочки. Это выстрела из турели, которая замедляет, если что. Бомба меда там вроде летит. Уменьшено на 33%. Время восстановления, это подразумевается перезарядка, если что. То есть, вот. Воинственный... А, я перепутал. Постоянный с активным. Ну, неважно. В общем, вот. Активный, да, воинственные соты. А постоянный вот патруль. Пока Сьюзи находится рядом с турелью... А, нет. А зачем тогда они писали, что это пассивно? А вот. Брызгает медом на землю. Вот оно. Вот это вот. И замедляет цели. Вот эта вот фигня, она, короче, теперь работает чуть почаще. Чуть почаще. То есть турель больше будет теперь нацелена не на то, чтобы наносить урон. Танчить или что там еще такое делать, да? А на то, чтобы подхилить Сьюзи и замедлить противника рядом с ней. Вот впритык, который находится. И все. Вот как-то так. Бредово? Бредово. Идем дальше. Это еще не все, да, вы думали, блин. Они что, могут на этом закончить? Гении просто. Ладно, идем. Первобытный инстинкт. Та-дам, та-дам, там. Замедление медовой лужи увеличено на 30%. То есть, сколько раньше она замедляла, непонятно. Что за медовая лужа? Пока Сьюзи рядом с ульем, и она, и соты восстанавливают здоровье. Ага. Так, еще раз проверяю. Написано Primal, Primal. Праймал. Проверяйте. Замедление в первобытном инстинкте. Видите? А его нет. Знаете почему? Потому что у нас кривое описание, скорее всего, на русском языке. Но это не точно. Так вот, ладно. Давайте просто говорить, о чем там написано уже. Замедление увеличено на 30%. Что это значит? Ну, фиг знает. Раньше там замедление вроде у всех стандартное было. Но, видимо, не у всех, оказывается, было стандартное.
Ну вот теперь увеличили. Длительное замедление медовой лужи увеличило на 50... Что? А, типа, это силу замедления не увеличили, а это длительное замедление увеличили. На 50%. То есть они переквалифицируют турель из урона в замедляющую фигню. Норм? Ну хоть хп не уменьшили, то хорошо. И третье изменение. Исцеление от стояния внутри радиуса увеличило на 33%. То есть Сьюзи становится под турелью более живучее, но при этом турель теряет свои функции как атакующего параметра. То есть замедление плюс выживание, минус атака. Нормально это или нет? Ну блин, они в два раза ухудшили атаку. В два. Это многовато, наверное. При этом исцеление всякие, вот эту всю фигню, они улучшили на 30%. Два раза и 30%. Ну ладно, не там не 30%, ну пусть будет в половину, да? То есть два раза и в половину. Ну интересно, интересно, да? Что это будет значить? Ну ладно, посмотрим, как говорится, да? Посмотрим, что это по итогу будет. Возможно, сегодня даже потестим, но это не точно. Следующий персонаж, это у нас, ребятки, будет Альпака Пака. Вчера я против него дрался, как вы видели во втором видео. И что-то я не уловил его слабины. Ну, вы, наверное, тоже не уловили. Потому что фиг победишь, да? Он просто бегает, фиг... Ну, возможно, черепаха, да, не самый лучший, конечно, друг. Но, как говорится, ну, блин, ну, должен был же развалить. Ладно, давайте смотреть, что они там намутили. Давайте сначала прочитаем, чего они оправдываются, да? Чтобы, ну, как они будут оправдывать свои действия. Пишут. Бако Пако. Большой дамагер. И с этим проблем нет. Но, учитывая его здоровье и критический урон, очень сложно остаться в живых и победить его после первого выстрела. Поэтому мы уменьшаем его здоровье и перебалансируем критический урон. А что, у него много здоровья было? 16700? А раньше сколько было? Запомнит? Я не помню. Ну и ладно, и фиг с ним, как говорится. Сейчас бы еще проверять старые видосики и все остальное. Так вот, кому интересно, те могут проверить. Там на Альпаке недавно играл, оцените, наверное. Или когда прокачивал, можете посмотреть, сколько там было здоровья. Там тоже есть видосик по прокачке. Как говорится, можете вот проверять, сравнивать с тем, что было раньше. Потому что попробуйте вы это сделать, если без моих видосиков, да? Ну ладно, шучу, конечно. Итак, что мы имеем? Как я уже сказал, точнее, как написали разработчики, они уменьшили хп, да, здоровье, и перебалансировали критический урон. Что же они изменили? Уменьшили здоровье на 10%. То есть раньше Альпаке, так я понимаю, было под 18 тысяч здоровья. Что, серьезно, у него было столько здоровья? Что-то незаметно было. Ладно, ладно. И второй... Еще два параметра. Изменили пассивный навык дважды. Пассивный навык у Альпаки. Постоянный. Вот он. Безупречный мех. 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 Ладно, неважно. Если Пака некоторое время не получает урон, при следующем выстреле у него будет 100% шанс нанести критический удар. Норм описания, да? А теперь, что изменили в этом описании? Можно множитель критического удара уменьшить на 50%. Множитель критического удара! Ага, то есть понимаете, критический удар это теперь не x2 урон, а x1.5. То есть условно, что это значит? Ну давайте покажу вам на примере оружия, да? Еще и сдвинули, а? А? Зацените. Ну ладно, дробовик наносит 3700 урона. Что это значит? Давайте вот 3000 пусть будет, давайте округлим до 3000. Дробовик наносит 3000 урона. Что это значит с раньше, да? Что он наносил 6000 урона. Вот так вот. Возможно, не 6 совсем. Возможно, был, там, не знаю, процент критического удара 70%, 80%, я не знаю. Но теперь же этот критический удар они уменьшили на 50%. То есть они ухудшили его в два раза. Потому что, знаете, как бы раньше, вот, к примеру, критический удар увеличивал урон там на какой-то процент, да? То есть это считалось как 100%. То есть он увеличил на какое-то количество, это 100%. А вот сейчас это 100% они делят еще в два раза, на 50% уменьшают. Следовательно, получается что? Что критический удар как минимум, точнее, как максимум будет бить всего лишь в пол раза сильнее. То есть не 6000 урона, да? А 4500, то есть на 1500 больше. Вот так вот. Это сильное изменение, очень сильное. Да, оно, конечно, в основном незаметное было. Потому что в основном вы деретесь очень долго, и пока эта фигня перезарядится, восстановится, ну, это время занимало, поэтому этот критический удар, он не всегда был полезен. Тут, как бы, можно сказать, что он не так уж и хорош. Поэтому, в принципе, плюс-минус. Дальше идем. Второй параметр критического удара, который изменили разработчики. Множитель критического удара... А, это уже говорил, ладно. Второй параметр. Время активации критического удара уменьшено на 50%. Ага. Слушайте, ну, надо... так это буст получается. Это получается буст. Не, без шуток, это буст. Смотрите, какая суть. Раньше вы играли на альпаке, бегали,
Вы же помните, как там на бочку этот критический удар реагирует. Тут куда-то, получается, в бочке стрелять нельзя. Выстрелил его куда-нибудь, он в одного какого-то попал, и это как бы не особо принесло пользы. Потому что обычно все начинают как? С активного навыка, да? То есть активный навык кинули там, потому что он самый меткий, условно, на альпаке. И за счет этого получалось очень круто. Ну, активный навык, короче, очень мало наносил урона в альпаке, да? Он мало наносит урона, на самом деле. И при этом он критовался, и получалось так, что крит-удар уходил в молоко за счет активного навыка. Я старался, конечно, бахать дробовиком всегда, чтобы хоть как-то это нивелировать, да, но вы понимаете, разные ситуации, пытаюсь убить противника как можно быстрее, и вот так получается. Но что же делают разработчики? Они исправили проблему с тем, что начальный крит с активного навыка, да, который, ну, все чаще всего использовали, стал, как бы это сказать, ну, я его опять же использую для чего? Для того, чтобы активировать феромоны, да, тоже параметр, не забывайте. Поэтому они что сделали? Убрали, уменьшили силу в два раза, но увеличили частоту в два раза. То есть, что это значит? Ничего не изменилось, с одной стороны, но с другой стороны стало лучше. Потому что вы теперь, условно, бахаете активным навыком, заферомонили противника, и условно, под последнее оружие, которым вы выстреливаете по противнику, не знаю, к примеру, копье, да? Вот вы бахнули дробовиком, кинули гранату в противника впритык, и тут противник начинает бегать, а у вас, опа, крит восстановился. И опа, вы его копьем аннигилируете за секунду. Как вам? Опять же, в динамичном замесе это будет давать очень серьезные преимущества. То есть альпаку бустанули. Ну а ничего, слабый же. Понимаете, да? Альпаку бустанули. В два раза можно сказать, что. Офигеть. Вот разрабы. Пчелу убили, альпаку бустанули. Что происходит с этой игрой? Не, ну с пчелой тоже как бы не все так однозначно, но... Блин, там не должны были так сильно ухудшать. Они ухудшили 50%, ну, в два раза. А вот должны были ухудшить это процентов 30 и накинуть в 30. Ну, короче, плюс-минус там должно было быть. С альпакой как раз таки сделали, даже лучше. За альпаку одобряю. Теперь это еще больше имба, проверяйте. Не прошло и года, как альпаку изменили. Угу. Я извиняюсь, ребятки, что-то все затягивается, конечно. У нас еще куча всего, ладно, давайте будем побыстрее немножко. Бак! Они к баку добрались! Ё-моё, я еще не считал, если честно. Поэтому сейчас будем это все, как говорится, оценивать с нуля. Ох, жесть какая. Какая жесть просто. Эти изменения. Что же пишут разработчики? Бак очень сильный персонаж на ранних этапах, но когда у него появляется первобытное умение, проверяйте. Он становится слишком сильным. Притяжечка. То есть, вы же знаете, как бак играется, да? Ты подходишь к противнику, нажимаешь притяжечку, ты улетаешь куда-то в космос, да? Противник стоит в месте, где ты его притянул, и смотрит на тебя и думает, что за гений. Что за гений на баке, да? Проверяйте, ребятки. Стал слишком сильным. Угу. Вот это оно. И при сочетании его урона. Сокращение времени восстановления сильного бла-бла-бла. Вот это вот все. Поэтому мы ослабляем его первобытное умение, одновременно меняя баланс пассивного умения. Пассивное умение бака, напоминаю, это его усиление, которое называется Ярис. Которое дает 30% урона, 50% скорости. Или наоборот, 50% урона, 30% скорости. Точно не помню. Ускорение перезарядки 50%, это точно, я помню. Вот такая вот имба. Это ярость бака. У льва примерно такая же. Или даже такая же. Что же по итогу мы имеем с баком? Ух, ё-моё. Ладно. Блин, я извиняюсь, там переводы просто сдвигаются немножко. Первобытный инстинкт. Что они ему изменили? Дальность притяжки уменьшена на 30%. Это хорошо. Это логично. Потому что бак тягал на такие дистанции иногда багнутые. Вы сами знаете, как бы не раз попадали. Я тягал, прям офигевал. Чел стоит там за километр, бац, он ко мне прилетает. Что это за дичь было, непонятно. Лучше бы они, конечно, пофиксили притяжку, чтобы она притягивала нормально. С этим навыком сочеталась. Возможно, кстати, это тоже изменили, не знаю. Посмотрим когда-нибудь, надеюсь. Идем дальше. Что изменили еще баку? Три момента пассивного навыка ему изменили. Время перезарядки. Перезарядки. Уменьшено на 50%. Это что значит? Это плюс или минус? Просто смотрите, у нас ярость, она как бы дает ускорение перезарядки, да? То есть она и так уменьшает перезарядку на 50%. Они еще сверху накинули 50%. У них там все нормально с головой? Как вы думаете? Сокращает время восстановления Сейчас давайте прочитаем на английском. Ну да, реально похоже перезарядку... Реально похоже перезарядку еще больше уменьшает. То есть теперь это будет 200% перезарядки... Нет, это будет 100% перезарядки... Или что? Или я запутался уже, ребятки? Там реально какая-то дичь сейчас будет. Посмотрим, возможно, сегодня даже. Но, походу, я не знаю, в каком видео. Видите, видео затягивается. Тут какая-то дичь разработчикам всегда написано. Ладно. Бонус скорости увеличен на 20%. Там и так было 30%. Вот, знаете, самое непонятное, это то, что они делают. Они как бы эти проценты, они как это делают? Они добавляют просто процент к проценту? Или от
уже параметры дают процент увеличения. Вот как они это делают, это вообще непонятно. То есть они не могут написать, раньше было там 50%, стало там 70%. Они этого не могут написать. И мы должны догадываться, какой же вариант они там себе придумали. Понимаете, да? Ну ладно, давайте будем считать, что они прибавляют проценты. Допустим, там было ускорение 50% или 30%, да? Стало на 20% больше. То есть типа стало или 50, или 70. Ну, скорее всего, стало 50% ускорения. То есть баг стал еще быстрее, еще больше у него перезарядка ускорилась, а всего оружия, напоминаю, да? Как вам? Длительность бонуса увеличена на 33%. Офигеть, еще и бонусы эти все увеличили ярости. То есть он будет бегать под бесконечной яростью с ускорением в 2 раза по скорости бега. То есть, напоминаю, у него 76 будет 150 скорости. Без ботинка. С ботинком будет... Ё-моё, что ж там будет? Еще плюс 67 сверху. Ну, я не знаю, правда, как там будет это все считаться, но смотрится как-то слишком дико, как вам не кажется, да? За 200 плюс скорость выходит на баке, если что. Побыстрее хамелеона будет, получается? Нормальная дичь. Дальше. Еще перезарядку ускорили. То есть там и так была перезарядка, что ты на кнопки не успеваешь нажимать на баке. Ну, вы знаете, да, кто играет на баке, там, оцениваете, так сказать, этот момент. А тут разработчики... А давайте еще в 2 раза усилим. А, гениально же. Ну, как-то вот так вот, ребятки. Что-то какие-то у них нерфы очень странные, вам не кажется? Балластные правки. У нас есть 2 имбы, Пако и Бак, давайте их усилим. Давайте, гениально же, гениально, гениально. Взяли, усилили. Как вам? У нас еще 2 персонажа есть. Это Фэй и Куин. Погнали смотреть их. Я знаю точно, я там немножко смотрел Фэй, ее усилили. С нее и начнем. Ну, в принципе, ее усилили вроде нормально. То есть нету такой дичи, как с Баком и с Пако, что они прям стали супер-имбами за счет этого. Ну, сейчас, короче, оцените. Итак, Фэй. Что же ей сделали? Да? Да. Да. Давайте почитаем. Стоп, давайте почитаем, что же ей сделали все-таки разработчики, почему они так решили сделать. Фэй уникальный персонаж, поскольку она может держать в руках дополнительное оружие на урон, наносимый всеми 4 из них, невелик. Поэтому мы немного увеличиваем ее урон, одновременно делая ее игровой процесс более маневренным. Вот как-то так. То есть Фэй получила, как по мне, буст, который она должна была уже давно получить. Ну, потому что реально, ты кидаешь этот урон на Фэй, кидаешь. Там против тебя 3 сквада стоят, ты в них 1 000 000 урона закинул, они такие, а нам плевать. Бац, и убили тебя, и все. Вот как-то так. Теперь же Фэй стала более опасным противником, базовая скорость увеличена на 20%. 128 скорости, это, я так понимаю, уже под увеличением. Кстати, у Бака, скорее всего, тоже уже под увеличением. А нет, там же ярость, там же не сразу. То есть 128 скорости, это теперь базовая скорость на Фэй. Причем, заметьте, там еще у меня не до конца прокачано где-то параметр скорости. Это, наверное, потому что не 20 уровень. То есть на 20 уровне скорость будет еще выше. Как вам, нормально? Нормально. Идем дальше. Время путешествия. Чернильные капли. Как вам это? Перевод, а, норм? Ну, короче, время полета. Чернил уменьшено на 40%. То есть теперь что? Теперь можно прицеливаться качественно и попадать в противника. И они будут страдать. Имба. Жесть, они тут... Вот почему у других ни у кого ничего нету здесь? На тебе радиус, на тебе дальность, на тебе длительность, на тебе перезарядку. Балансно? Почему всем остальным персонажам фиг вам, даже урон не напишут, а здесь вот 4 параметра? Но они же могут это сделать, почему они не делают этого? Ох уж эти гении разработки, просто меня поражает это каждый раз, ребят. Ну как вам? Причем скорость тут не написана. Мы изменили параметр, который тут не указан. Гениально. Идем дальше, ребятки, что же тут? Чего же останавливаться, да? Дальше увеличивают оружие. Дробовик, базовый урон увеличен на 20%. Бомба, ну это граната, базовый урон увеличен на 15%. Ну, гранату, понятное дело, почему так не сильно бустят, а вот дробовик, смотрим, давайте оценим. Вы помните Бака, у него было 3200, здесь 2800. Ну, Бак 19, здесь все-таки 18, поэтому я думаю, одинаково с Баком сейчас по урону. То есть по урону это теперь как Бак. 2900, ну, Бака я гранату не смотрел, но смотрится тоже прилично. То есть по 3 с чем-то тысячи будет на 19 уровне, ну, неплохо, я считаю. А нет, подождите, это наш, это не то. Ну, неважно, в общем, я думаю, будет как Бак по урону, плюс-минус. Фэй сильная, получается. Может, немножко даже послабее, чуть Бака. Но в любом случае, тут граната, вы сами знаете, какого размера там. Радиус 7,3. 7,13. Блин. У Нико вроде бы... Нет, нет, не у Нико. У Рокки, ребятки, радиус. Сейчас оцените. У него вроде бы побольше. Давайте просто глянем. А нет. У Рокки 6,78. Ну, немножко не дотянул, да? Немножко до Фэй не дотянул по радиусу. Проверяйте. Немножечко, чуть-чуть. Нормально. Ладно. С этим мы с Фэй разобрались. Фэй, как говорится, заслуженный баф получила, так скажем, да? И теперь он остался Куин. Куина я не смотрел, не знаю, что там изменили. Поэтому, как говорится, сейчас это все узнаем. Ну, что пишут разработчики? Куин находится в хорошем положении, но ее бомба сейчас кажется не впечатляющей. А ее пассивка имеет уже ту же проблему. Ничего себе пассивка Куин!
ту же проблему. А Тони где? Где Тони? Кто-то видит Тони? А где Урсула? Кто-то видит Урсулу? Помогите разрабам увидеть этих двух бегемотоподобных медведей. Помогите им решить эту проблему, да? Что-то у Куинова не заметили проблему, а у этих двух не заметили. Ну, видимо, глаз, что-то в глаз попало, бревно там какое-нибудь, а может два. Ладно, давайте, что пишут дальше разработчики? Какие-то еще счастливые угощения пишут. Ага, угощения, понятно. Где Euro Process не очень увлекательный? Ого, не очень увлекательный. Если вам приходится стоять и ждать, поэтому мы перебалансировали эти характеристики. Напоминаю, бомбу и пассивку. Что же сделали с бомбой? Базовая дальность увеличена на 40%. О, да, дальность. Как же мы без дальности-то на бомбе играли у Куин? Ну, как же это было просто? Ну, офигеть, как же мы без дальности играли? Напоминаю, вот она, золотая дальность, да? 15-65 теперь стала. Увеличили очень сильно. Очень сильно. Раньше не было такой дальности. И урон увеличили на 33%. Теперь урон 3700. А это прилично. Это очень прилично по урону. Очень. С бестушечкой будет самое то под усилением. Прям очень жестко. Но что же сделали не для пассивки? Время активации исцеления уменьшено на 66%. Это вот как раз то, что, ну, было проблемой Куина. Сколько лет? Сколько лет? Ну, я это акцентирую внимание. Почему, ребятки? Потому что это должно все фикситься после недели, после выхода персонажа. Ну, вот как можно быть на 100... Так, точнее, не так. Как можно было вообще выпустить это? Да? Как можно быть настолько слепым, чтобы не обращать внимания на то, что ты это никогда использовать не будешь? Как? Ой, просто у меня слов нету. Просто нет слов. Так вот, отдыхая в воде без движения, Квин восстанавливает здоровье. Вот, когда на воду заходит, ее дыхание теперь ускоряется в разы. Это, если что, мы поговорили с вами только о персонаже. Там еще есть предметы, ребятки. И по предметам там тоже есть изменения. Я бы хотел, наверное, все сейчас прям зачитать, чтобы, как говорится, не тянуть со временем. Пусть это будет в одно долгое видео. Я просто тут, как говорится, немножко на эмоциях, как вы видите, да, немножко офигел. С того, что вроде бы убили пчелу, а походу сделали ее душнилой в виде пазика, да. Вроде бы ты думаешь, сейчас должны убить альпаку, должны убить бака. По итогу сделали их еще в два раза сильнее. У них там все нормально, вот вы просто вдумайтесь, ну... У меня слов нету, просто нету слов. Сейчас мы увидим баланс боев альпака плюс пака. Точнее, баки плюс альпаки, и все. Ой, дичь какая-то. Ну ладно, давайте по предметам. Феромоны. Что же написали разработчики, почему они их мнят? В течение долгого времени иметь дело с феромонами было непросто, особенно в отрядах. Эти изменения, скорее всего, приведут к хорошему балансу в одиночном режиме. Отряды, одиночный режим. Отряды. То есть, проблемы в отрядах, мы меняем баланс в одиночном... Но мы акцентируем на изменении баланса в одиночном режиме. Отряды, одиночный режим. Видите логику? Видите, да? Там такая прямая линия такая. Бац, идет, бац, пропало. Бац, одиночный режим. Бац. Примерно так думают разработчики. Ладно, давайте читать дальше. Но мы все еще работаем над тем, чтобы сделать его более сбалансированным для отрядов. Ага. То есть изменения нацелены на одиночный режим, при этом они пишут об отрядах дважды. Проверяйте. Ладно. Что же делать? Радиус уменьшен на 20%. 20%! Радиус уменьшен? Что? Он же был увеличен. Вот, ребятки, феромоны 6 уровня. Мы вчера смотрели феромоны. Точнее, позавчера смотрели феромоны на Ехидне. Не на Ехидне. На ком я смотрел? На Куине, кстати, смотрел, да. На Куине смотрел. Так вот, там были 5-е феромоны. Вот. Я их прокачал на 6 уровень. Так, где тут эти феромоны? Вот они. Радиус на 5 уровне, если что, был 5. Они пишут, мы уменьшили радиус на 20%. На 5 уровне был радиус 5. 20%, видите, куда уменьшилось? Как вам? Как вам слова разработчиков о том, что они делают? Радиус уменьшили. Причем там на английском написано. Радиус decrease. Уменьшен на 20%. Кто-то видит уменьшение с 5 до 6? То есть было 5, стало 6. Это уменьшение на 20%. Проверяйте. Уменьшение. Нет, возможно, они, конечно, ошиблись и написали и пропустили параметры увеличения. Возможно. Ну, это же разработчики зубы. Как же они могут ли по-другому что-то сделать, да? Ну ладно, по итогу мы имеем то, что радиус феромонов увеличен. Как раз на 20%. Дальше. Длительность уменьшена на 40%. Это да. Это вот было 1,8, стало 1,1. Для меня это в два раза. Ну вот реально. Двоечку поделите на 2. Это же 2 раза, получается, меньше становится, да? Становится 1.
Следовательно, ну, здесь, да, 40%. Просто, знаете, как бы 40% это не рассчитывается, что это типа в два раза, да? Это рассчитывается, что это, ну вот, 40% от, там, однёрки это 0,4, к примеру, да? То есть должны были, по идее, 0,4 секунды, это же 40%, да? Но вот на самом деле реальность такова, что это в два раза почти что. Ну, на 80%, по сути, это изменение идет. Вот как-то так. Поэтому не думайте, что 40% типа так мало. Это очень много. Это очень много. Дальше идем. Восстановление. Это перезарядка. Увеличена на 20%. То есть перезарядка стала дольше на 20%. Не могу сказать, какая. Но по активным навыкам надо смотреть. Надо смотреть по активным навыкам, по которым есть параметр перезарядки и которые видно. Вот, например, по фей можно будет посмотреть. У меня там сколько? 8 секунд перезарядки сейчас на фей, на активном навыке. Можно будет оценить, феромоны перезаряжаются одновременно или как. Заодно, да? Может даже сегодня за фей сыграем, когда-нибудь по второму бою или когда-нибудь. Посмотрим это все дело. Дальше. Ну и все. То есть они уменьшили перезарядку, увеличили радиус и уменьшили еще что-то. Что они там еще уменьшили? И уменьшили... И что они еще уменьшили? И длительность уменьшили, да? Длительность перезарядка уменьшена, радиус увеличен. Вот как-то так. Это с феромонами. На мой взгляд, адекватное действие. Не знаю, теперь они, возможно, станут не такими актуальными. И кассетка начнет доминировать над этими прекрасными феромонами. Что, в принципе, и хорошо. Что я считаю, урончик это красиво. Ладно, идем дальше. Счастливые угощения. Это, если что, в переводе косточка. Ну, если что. Что они пишут? Легендарный предмет, но очень разочаровывает по сравнению с другими эффектами. Разочаровывает. Ха-ха-ха-ха. А его выполнение не так увлекательно в игровом процессе, как вам нужно стоять на месте, чтобы этот эффект вступил в силу. Поэтому мы уменьшаем общее время, необходимое для того, чтобы использовать этот предмет. Стойте на месте, чтобы начать восстановление здоровья. Что же они сделали? На 20% уменьшили время старта эффекта. Ну вот как-то так. Это косточка, ребятки, если что. Косточка это... Где этот мусор? Где этот мусор? На новых персонажах его нет. Ну давайте бака. У него бака точно должен быть. У бака этот предмет точно должен быть. Вот этот мусор. Время запуска, да? 1,3 секунды. Вот здесь должно быть 0,3 секунды. Вот тогда будет нормально. 1,3 секунды бред. Все равно. Хотя да, вы скажете, это бесконечная регенерация. Я вам скажу, в динамичных боях это ничего не даст. Для примера. Просто заглянем на секундочку, да? Рейтинг. Открываем первого. Смотрим, сколько косточек. Косточки, косточки, косточки. Даже бинт, кстати, был, если что. Косточки, косточки, косточки. Видите косточки? Не вижу косточек. Почему? Потому что оно никому не нужно в нормальных боях. Нормальные бои не подразумевают косточки. Геймплей, который у нас в игре зуба самое интересное, это динамичные бои. Он не подразумевает этого предмета. Следовательно, это предмет мусор. Вот и все. Как говорится, выяснили секретный секрет зубы. Да, дальше. С косточкой мы, как говорится, определились. Дальше. Докторское пальто. Что пишут разработчики? Предмет очень мало используется в командных режимах. Серьезно? Серьезно? Вот, вот они совсем уже... Слоты ограничены. Кучу легендарных предметов наводили. Говорит, что-то он слабенько используется в командных режимах. Да, такой хороший предмет. Почему его не используют? Ужас-то какой. Вы понимаете, да? Совсем уже. Ладно. То есть они не понимают, в чем проблема его слишком редкого использования в команде. То есть они не понимают, серьезно, у них там... Ай. Ладно, ладно, просто проехали. Очень часто используется, да? Точнее, очень редко. Хотя он может быть чрезвычайно эффективным. Особенно в сочетании с лекарями и ну, лекарями это, наверное, с дефибрилляторами. Или что это не имеется в виду? Или имеется в виду какие-нибудь типа саппортов в игре зуба. И мармеладными мишками. Если сложно использовать... Его сложно использовать. Ага, сложно использовать. Поняли, да? Аптечку нажал, он автоматически использовался. Сложно! Вне сражений или на больших расстояниях. Ого, большие расстояния. Поэтому мы увеличили радиус и процент исцеления предмета. Исцеление увеличено на 20%, радиус увеличен на 40%. А теперь смотрим этот прекрасный халат. Радиус 17, да, радиус... Увеличили. Написано на 40%. То есть раньше радиус вроде бы 12 был. Вроде бы. Точно сказать не смогу, ребят. Я не помню абсолютно. А вот то, что эффективность раньше была 100%. И сейчас вроде 100% осталось. Но при этом они пишут, что на 20% увеличили. Я что-то как-то немножко не понимаю. Мне всегда казалось, что здесь эффективность была 100%. Всегда. Почему здесь они пишут, что 20% увеличили, я не знаю. Вот и все, что касается этого патча баланса. Мы хотели бы предложить вам оставить свой отзыв в этой форме. Ребятки, что за форма, да? Где оставлять отзывы? Если вкратце, зайдите в Discord.
зайдите в Zuba News, там раздел есть. И там есть и патчноут, ссылочка, да, и ссылочка на форму, которую можно заполнить и сделать игру лучше. Факт, что это сработает, около нулевой. Сразу вам говорю. Также можно форму найти вот, balance patch. Заходите, вот она форма, вот патч баланс. Нажимаете кнопочку и заполняете форму. И, возможно, разработчики к вам прислушаются. Это, если что, моя небольшая реакция, ребятки. Ну, вы понимаете, да? Ой, я что-то устал, конечно. Надо было, наверное, просто прочитать это все дело. И без всяких там эмоций, без всякого этого... Вот этого самого, да, но вы понимаете. Чтобы это не затягивалось на 30 минут, как я это затянул. Но... Просто ты вот смотришь на это все, и у тебя кукуха едет от этого всего. Потому что ты не понимаешь, что они делают. Зачем они усиливают бака в два раза? Зачем они усиливают альпаку в два раза? Зачем? Почему они пчелу делают душнилой, как пингвина? Зачем? Да, турелька была неприятна, не спорю. Можно было чуть-чуть на 10% радиус уменьшить. 10% достаточно было бы. Можно было бы со временем еще на 10% уменьшить. То есть там урон от этой турельки, он практически не чувствуется. Замедление тоже, ну, плюс-минус. Да, я бы, кстати, замедление бы еще уменьшил бы даже. Вот реально, турелька, она в основном для регенерации, для небольшого танкования и небольшого урона. То есть ее использовать как что-то типа замедляющее, это такой бред, что у меня просто слов нет. Мы в следующем видео, ребятки, отправимся смотреть всех персонажей. Ну, может, у кого-то кого-то нету, не знаю, альпаки там какого-нибудь, да, все-таки альпака на высокой лиге находится. Может, еще фей какой-то нету. В общем, персонажей не так много, посмотрим это все. По поводу предметов, ну, я пытался вчера посмотреть, вы тоже вместе со мной, наверное, пытались. Халат доктора мы так и не потестили по итогу. Ну, как бы, косточка. И потестили на полный бред. Ну, как я стал, как и было, в принципе. Феромоны, в принципе, до сих пор остаются неплохим предметом. Поэтому пока что будем смотреть. Со временем, возможно, их заменим на какие-то более интересные предметы, типа бицухи. Но пока что многим персонажам, как я уже говорил, нужен этот контроль хотя бы в одну секунду. Тому же Нику, чтобы перекусить противника и все такое. Хотя, конечно, Нику с 2 секундами контроля был поинтереснее в разы. Ладно, вот на этом будем заканчивать. Да, вот такое сегодня, так сказать, видео получилось на 30 минут. Вы уж извиняйте, что так затянул все дело. Просто эмоции прям переполняют. С предметами, ладно, все, в принципе, норм. Тут не осуждаю, но с персонажами. Это дичь, которую они сделали, ну, с некоторыми, да. Конечно, Куин, которую они не замечали много лет. Ну, а что там? Подумаешь, заходишь в воду, весь твой склад умирает, у тебя врубается регенерация. Гениально, да? Ты заходишь в воду, ждешь, пока весь твой склад умрет, и только под конец, когда твой склад здесь умер, у тебя вырабатывается регенерация. Балансная штука, если что. Балансная. То есть, они не могли это с ботами протестить? Вы серьезно? Вы так думаете? Я вам скажу, нет, ребятки, они могли это с ботами протестить. Они это тестили с ботами, и они должны были все это прекрасно понимать. Должны были все это прекрасно понимать. Это просто берется и кнопочкой, блин. Вот, понимаете, там же есть у них тестеры, которые тестят это все, да? То есть, разрабы там, все. Оставляй, так делаем такой персонаж с таким балансом, все. Типа, потестить его. Челики идут его тестить, пишут, так, это фигня, она не врубается, она слишком долго, надо менять, уменьшать перезарядку, нам в 2 раза, в 3 раза. Челики такие, которые принимали решение по персонажу, надо плевать, выпускаем такого, на 2-3 года сойдет. Потом изменим, если что. Понимаете, да, вот такой вот бред там у них происходит, мне, на мой взгляд. Потому что как можно не реагировать на то, что им говорят тестеры? Ну, блин, тестеры же не слепые люди, они же тоже понимают, что вот, ну, по-любому, но они видели, но заходят они в воду. Родная секунда, 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд. Проходит, о, врубилась пассивочка, регенерация пошла. Замечательно, замечательно. Понимаете, ну вот это ж полный бред, ну. И все это должны были понимать еще на релизе персонажа. Нет, 3 года он посидит или 2, сколько там уже Куину лет, да? Посидит, будет страдать. Гениально? Гениально. Тони до сих пор, кстати, если что, понерфленный. Напоминаю, Тоника они задушили. То есть он типа слишком имбовый был. Проверяйте, слишком имбовый. Слишком имбовый. Урона нет, скорости нет, подвижности нет, ничего нет. Активный навык мусор, пассивный навык мусор, переработанный инстинкт мусор. То есть 100% мусор. Сердечком во лбу. Разработчики такие, а, делаем вид, что им все нормально. Делаем вид. Ой, я немножко это, бомбанул, конечно, сегодня, ребятки, вы же понимаете, да? Надеюсь, вы это самое, немножко поадекватнее на все это реагировали, но я бомбанул конкретно. Ну вот как-то так. Если кому интересно, я уже говорил, где все найти, где оставить форму. Можете написать, кстати, ребятки, вот если что. Вы можете написать в этой форме. Возможно, кстати, это сработает. Что, игра зависла?
что-то происходит. Игра грузит. Что она грузит, непонятно. Блин, как же не лагает? Просто на ровном месте. Так вот. Вот эта форма. Я не знаю, что там как есть. Мы даже, кстати, можем глянуть. А ну-ка, давайте. Что там за форма? Посмотрим хотя бы одним глазком. И что я вам предлагаю? Зайти сюда. Кто досмотрел до этого момента, да? А, нам приходится войти. Ну, короче, надо будет входить. Скорее всего, через почту. Заполните форму и везде пишите. Тони! Ну, надо какое-то слово хорошее выбрать, что... Только на английском нужно писать. Тупо везде пишите. Тони самый худший персонаж. Тони, вот это вот дичь. Возможно, это когда-нибудь его спасет. Поверьте, ребятки. Это единственный шанс, что, как вы можете повлиять на разработчиков зуба. Просто везде такую дичь писать. Можете, кстати, писать не только про Тони. Можете писать про другие персонажи, что думаете. Просто, знаете, вот игнорируйте то, что там хотят от вас разработчики. То есть... По текущему балансу вы это игнорируете, да? Ну, а что там, Бака усилили 2 раза, Альпака усилили 2 раза. Если они гении этого не понимают, то как бы вы им ни писали, это ничего не изменит, да? Ну, вы должны понимать. А вот то, что Тони убитая просто в хламину, это да. Про Урсул тоже не можешь написать, да? Кто у нас еще в игре отстающий такой? Ну, блин, наверное, отстающих больше нет особо. Прямо таких вот, чтобы жестких, да? Чтобы прям сильно проседали по сравнению с другими персонажами. Реально, ну, панду механику не переработают 100%. Скорее всего. А так все остальные персонажи, я считаю, достаточно неплохие сейчас. Квин усилили, в принципе. Ларика мне бы еще бы усилить. Но мне кажется, он тоже плюс-минус играбельный. На мой взгляд. Просто нужно научиться на нем играть. А не как я. А не как я врываюсь и умираю. Ну вот как-то так, ребятки. Если вкратце. Все остальные я считаю нормальными. А вот Тони и Урсул, их... Они, кстати, рядом, да, совпадение. Их бы надо это самое. Поэтому напишите, я тоже напишу. Как говорится, попробуем изменить будущее игры зуба хоть немножко. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Что думаете по поводу этой дичи, которую тут делали разработчики? Как они там это все оправдывают? Красивенько, да? Оправдывают. Куин страдает. У нас бревно в глазу 3 года было. Ну а чё? А, еще когда персонаж создавался, бревно в глазу было тоже. Ну ладно, все. Не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.